Гагаузскому писателю, автору первого романа на гагаузском языке, учителю, музыканту, композитору, автору гагаузского алфавита, фольклористу, драматургу, создателю Национального театра Дионису Танасоглу исполнилось бы 100 лет. Историк и писатель Константин Курдоглы отметил, что таких великих людей должен знать каждый. Елбетке, Бубершаннебер, Билли, Энде, Дериндян, Генештян, Избрады, Дионис Танасоглу, всем история, да. Безусловно, этот прекрасный человек оставил глубокий след в истории Гагаузии. Есть такое мнение, что талантливый человек талантлив во всем. Такими был Дионис Танасоглу. Это наш пример патриотизма и любви к родине. Танасоглу был весьма юрнек, везя Диене Буурда, ниже патриотики с Абадам, ниже пик, кавединный север, севермиш, да гюстреру киатландада, яратландада, она тарафы, она дильны, инсанны кенде. Учащиеся учебных заведений села Баурчи подготовили и читали стихи Дианиса Танасоглу. Дианис Танасоглу, аналар, ниже ельки азгиби сыджак, чичекли башча, юзленмич кырлангачлар, келер аналар. Язын хош ямур гибе, ильк тайза чурек, ильк карпуз, узюм кара, олер аналар. Гюзюн хип евде дюнир, футасы долу. Кушко ниже турналар, дурер аналар. Поэтесса Алена Ергогла отметила, что Дионис Танасоглу – пример для каждого жителя Гагаузии. Бенда сайклырым кенд-кендмэнэ хептэн да бу бир талантлы киши, ама лазым ебир халкта юля бир адам олсун. Я считаю, что это очень талантливая персона. Среди каждого народа такие люди должны быть. Он брал ответственность на себя и не боялся. Он был первооткрывателем и осмеливался убеждать всех о важности гагаузского языка. Алэ рюкю үстіне, ане коркмэйр. Озман коркмамыш чыкма түрлі юсек урлара анма, ан лазым гагауз дилі үйренілсін ушакларлын окулларда. Бүйлі адам варсыды, вар нея халк ходулансын, эмді вар кімден алсын өрнек. Организаторы мероприятия также подготовили выставку, посвященную памяти Диониса Танасоглу. Ирина Караман, Сергей Георгиев, Алексей Герчу, ГРТ Новости.